Всем привет, мои уважаемые подписчики, с вами Слава Спец, и в этом видеоролике я вам покажу фрагмент со вчерашнего стрима. Те, кто не смотрел стрим, можете увидеть этот фрагмент в этом видеоролике. Еще раз вам хочу сказать, что казино не является способом заработка, это всего лишь развлечение. Никогда не ходите в казино играть на последние бабки. Это может привести к тому, что вы окажетесь вообще ни с чем, и у вас лопнет ваша психика, вы удалите игру и не будете играть у нас на проекте. А чтобы играть у нас на проекте, переходи по ссылке в описании. А также, когда ты зайдешь в игру, на всем проекте GTA 5 RP действует самый лучший промокод. Чтобы его ввести, ты уже как бы находишься в игре, нажимаешь F10, шестеренку, промокод. Сюда вписываешь мой промокод, нажимаешь сохранить, заходишь в подарки, забираешь випку на 10 дней, и 12,5 тысяч долларов тебе накапает до 5 уровня. Короче, в этом видеоролике мы... С двух ставок, точнее я играл, помогал подписчику, с двух ставок сделал 10 миллионов, деп был 3 ляма, но до этого мы еще с ним слили 3 ляма, и в итоге получилось 4 миллиона плюсом. Ну, все-таки я угадал 2 числа, и по кайфу 10 миллионов сделал, ну, плюсом в 4 миллиона. Если ты хочешь со мной поиграть, подумай 100 раз, ведь со мной ты можешь и проиграть, а также можешь и выиграть. Я не гуру казино, я не являюсь никаким там гуру казино, не предоставляю никакие услуги, мы просто играем вместе и делаем контент. Но, чтобы со мной поиграть, переходи в описании в мою группу ВКонтакте, пиши туда личное сообщение, я тебе обязательно отвечу, ну, когда у меня будет время. Еще раз вас хочу попросить, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки под этим видеороликом, пишите свои топовые комментарии. А всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Не, блядь, там перекуп, блядь. Он там нихуя себе нормально накусал имущество, блядь. Раймс фэй миллионов было. Знаешь, может, слышал? Какая? Раймс. Раймс. Раймс, а, ну. Логан Раймс, вот. Основатель. Вот кореш мой. А он сам откуда? Со мной отсюда же. А, ну я что-то чувствовал, что он где-то рядом, блядь, живет, нахуй. По манере общения, блядь. Ты общался, ага, с ним? Но. Ну, мы же там вместе, блядь, в Макалистера хуячили, свинью эту жирную. Ты что, зашел, нет? Да, я вот на пятаке. Че, нам надо все одной ставкой отбить, нахуй. Весь проигрыш. Тройка упала, блядь. Оп, еще торпеда на 3 кака полетела. Сука, 32, ебаная. Ай, сука, знаешь, как тогда, нахуй, залетали, блядь. Давай, говорит, на 32 ставь, нахуй, не успели, блядь. А я прям только мышку подвел, сука. А он этот-то где играет? Андрей. Да тут же со мной. Да он так нихуя не играет толком. Он тоже хотел с тобой поиграть, но с депом в 300. Сука, 33, блядь. Все одни и те же числа, сука, падают. Пиздец. Только на числа 2 вперед укатилось. Че сейчас будет? Красное опять. Ну, опять на 32, блядь. Заебенем, нахуй. Смотри, вообще падла ебаная. Ничего не дает, нахуй. Тридцатку сунула, нахуй. Наоборот, в эту сторону, блядь. Сейчас, если не 23, но 14. 23. Тридцатка, блядь. Семерка, нахуй. Пец не фартит. Вообще не фартит, нахуй. Ну, блядь, двум поднял. Надеюсь, сейчас тут... А, ну, понятно, нахуй. Однерка, блядь. А предыдущий... Там с 370, да, умножил? Да, по два раза сделал.
Да я думал, блядь, либо контейнер взять. Лямов за 5, за 6. Вот в казик поиграть. 14. Пиздец. Какую хуйню сыпет, ебать. Голова, блядь, соображай, ебаный стыд, нахуй. Давай вот эти числа нам насыпай, нахуй. Давай. Плюс лям 800. Блядь, одна, да, у нас только нули залетели. Опять-то заебала она эти, сука, блядь, 26 ебучие, блядь. Вон опять 26, нахуй. Mm-hmm. Блядь, пидорасина ебаная, нахуй, блядь. Давай 26-33, нахуй. 22, нахуй. Попробуй только не закати, сука. Зачем ты сандали Ты зачем сандали перезапутал? Какие сандали перезапутал, блядь? Сейчас мут будет, нахуй, кому-то в чате. Там вообще 29, нахуй. Пиздец. Пятнадцать, блядь. Пиздец. Такую шляпу сует, нахуй. Пойду за другой стол. Ебаный в рот, блядь. А этот чё, блядь, бегает, нахуй. О, нули падали. Ебать, мой хуй подрежь. Нихуя не подрежь. 2000 поставлю, нахуй. Повторку, нахуй. Давай, сучка, нули. Я сейчас тебе бан дам, нахуй, за такой базар, блядь. Пятя, блядь. Ну это не нули, нахуй. Это 30. Это 27, блядь. Ебать, я же за этим же столом стоял. Тут только, блядь, 27, 16 и 24. На каком сервере? На Эклипсе, блядь. Да, вообще ебанутые люди пошли. Блядь, такую хуйню дает, блядь. 21, блядь. 27, блядь. Да, блядь, сегодня казик не на нашей стороне, блядь. У меня, дружище, модераторы, нахуй, да, минус 6 кака. Модераторы рофлить не будут, нахуй, мут дадут и все, блядь. Боня. Смотри, опять 9, 23, пиздец. Я в ахуе. Тупо 27, 21, 23, такую вот хуйню дала, блядь. Ну... Пятерочка, плюс 5 мультов, нахуй. Ну хоть что-то. Сейчас будет сыпать. А, нихуя, плюс 5. Да. А ты косарь? А, ты косарь поставил, да? Полтора. Полтора. Я еще плюс 5 сделаю. Давай, сучка, сделай, нахуй. Давай сюда их, блядь. Да, это 18. Я тебе еще плюс 5 миллионов сделаю. Да, 10 миллионов. Все, я ухожу с казино. Бабки отдаю тебе, все. Да. Нахуй. Охуеть. Красавчик просто. Абулин, нахуй, ее в чешке. Тварину ебаную. От души вообще, славяночек. 300 тысяч себе оставлю, нахуй. Где-то там. Да, без базара вообще.